Всем привет! У нас тут страшные провода, не обращайте внимания. В общем, Рашид все еще у нас в мини-отпуске. И что, вещей я не могу снимать без него. Но тут как раз менял прокладку на Борке C700. Кстати, с ним теперь все нормально, работает как надо. Теперь. И думаю, давай заодно затестить борковскую кофемолку. Все равно надо было проверять. То есть, свою лилитовскую я сейчас не хотел представлять под помол для улучшайзера. Итак, давайте коротко. Что из себя представляет? Это у нас J701. Уже не продается, то есть это актуально для БУ рынка. Название, которое сейчас можно купить под финской компанией. Вот сейчас боюсь ошибиться. Wi-Fi, что ли, господи. То есть я сейчас говорю по памяти, вам скриншот вставлю. Причем ее стали активно рекламировать блогеры на ютубе. Тот же самый Джеймс Хоффман начал записывать про нее видео. К сожалению, я по-английски не очень шарю, поэтому не могу сказать, насколько он хорошо ее оценил. Но судя по названию ролика, типа он ей периодически пользуется для альтернативы, я так понял. В чем фишка? Здесь конические жернова. Я вам сейчас вытаскивать отсюда кофе не буду. Здесь кофе хороший. Ну, как хороший. Комический паулик, вот, который мы тестили недавно. Президент Gold. То есть я на нем буду проверять. Сегодня кофеварки еще приедут. Поэтому я вам просто фотографию сейчас жерновов покажу. Конические жернова здесь находятся. Что могу сказать про регулировки? В принципе, мы сейчас будем молоть на максимальном, дальше на помоле для улучшателя и на самом мелком. И потом я вам вставлю, то есть, фотографию, то, что у нас получилось. Но сразу скажу вам, что помол нормальный для улучшателя он делает. А помол мелкий у него идет скорее не для турки, то есть мелкий помол можно использовать для турки, но он песок, он все-таки не пыль. Он больше напоминает помол для обычного эспрессо, то есть эспрессо без улучшателя стандартного. И коротко вот пока такой момент. Большой помол мы с вами будем смотреть, но я примерно знаком с такой градацией, очень похож на него Рамиль Бахер 300 сейчас. То есть мне уже про него рассказывали, что у него самый мелкий помол – это не пыль, это не турка, но при этом он довольно-таки универсальный. Данной кофемолке относится то же самое, то есть она хорошо подает для альтернативы, она очень хорошо подает для рожков с улучшайзером, а для рожков без улучшайзера уже нет. И здесь не только тот факт, что самый мелкий помол – это все-таки у нас не турка, а именно эспрессо. Но еще тот же самый момент, что и на него не 130-й, Рамиль Бахер и так далее. Там очень грубый шаг, который, когда у вас нет улучшайзера, ну, как бы это очень сильно влияет. Там нужен мелкий шаг, микрометрическая настройка, чтобы правильно подобрать помол идеально. То есть здесь, возможно, будет кофе, к которому помол здесь подойдет для рожка без улучшайзера, но чаще всего это будет очень грубо. То есть грубо, не раскрывать весь вкус будет. Это во-первых. Ну, по крайней мере, вот как получился здесь в барке Паулик Президент и Гол, мне, в принципе, понравился. То есть, я уже затестил. Далее, какой еще момент здесь? Есть такой момент, что вот у нее отзыв очень... То есть, мы сейчас немножко поговорим в целом об истории этой кофемолки. У нее очень много негативных отзывов на Яндекс.Маркете. То есть, если вы посмотрите историю, там отзывов много. И очень много отзывов по единице, по двойке, по тройке. И часто пишут о том, что воняло пластиком, что летел редуктор. И, соответственно, ломался двигатель. То есть, у кого просто редуктор, у кого весь движок нафиг пошел. И тут возникает вопрос логичный у вас. Она вообще надежна или нет? Все-таки мы вообще ее БУ-то покупаем, да? Я вам скажу следующее. Конечно, я не оправдываю ни в коем случае столько, сколько она стоила, когда была новой. На тот момент она стоила, я помню, 12 тысяч рублей. Но, чтобы вы понимали, 12 тысяч рублей тогда, это примерно как сейчас 15. Но вы сами понимаете, что даже за 12 тысяч ее покупать уже ой-ой-ой тяжко, потому что 12-13 тысяч – это тот же самый дешевый Куниль. А если мы берем 15, ну, у нас там уже большой выбор, в общем, кофемолок. То есть сейчас она примерно должна была стоить где-нибудь около 9, условно говоря, так же, как те же самые Рамиль Бахеры и неоны. По двигателю. Давайте так. Я скажу, откуда берутся эти отзывы, что в них правда, что неправда. То есть здесь это мой опыт, мое знание, что творилось внутри барка и в продажах. Хотите верьте, хотите нет. Начнем с того, для нас важно на БУ рынке, мы можем его покупать, и будет ли такая вероятность, что я сейчас куплю, у меня бац, она рассыпется, да?
Нет, не будет. У этих Барков было два момента, откуда такие отзывы. У них был, к сожалению, в первое время большое количество брака, то есть вот с 11 по 13 год у нее была, ну, большая выборка брака. Не могу говорить точно в процентах, но, поверьте, для компании это было много. То есть их действительно возвращали, реальные клиенты, я сам это видел. Но вы покупаете на БУ, и если вы покупаете, она работает, значит, у вас точно не бракованы, здесь может быть спокойно. Те, у кого не попадался именно заводской брак, а заводской брак, там, знаете, движок вот, или редуктор летел реально вот, в течение месяца. При более-менее, я бы сказал так, он летел где-то, наверное, на первом килограмме, даже раньше. Вот. Соответственно, покупая на БУ рынке, если у вас все работает, можете быть спокойны, у вас ничего не полетит больше. То есть у вас не забракованное. Это во-первых. Во-вторых, кстати, что касается современной ВИИФы, вот этой, да, ее, то есть этой кофемолки, я думаю, что там уже такого процента брака не будет, а утверждать не могу, но мне кажется так, потому что к концу своего выпуска брак здесь очень был маленький уже, к концу снятия вот этой с продажи. А если же говорить про остальные отзывы, а тут реально как-то вот читаешь там прям, надо понимать, что эти отзывы писались в период активной войны Борка с другими брендами, и больше половины их это заказные, то есть они все писались в тот период, когда отзывов реальных людей, ну прям совсем мало было на Яндекс.Маркете, это 12-14 года, 11 даже, я сказал, 14 года, когда еще Борг был в Медиамарте, в МВидео, в Эльдорадо, то есть где-то там уходил, возвращался, и у Барка была очень агрессивная политика, в том числе работа с отзывами и работа в зале, из-за этого остальные бренды, ну, прям вообще любили уничтожать позиции Барка. И вообще, кстати, если вы будете смотреть в тот момент элитную технику, которая продавалась в Медиамарте, вы увидите, что там очень много заказов, реально таких же отзывов, там про Штаблерформ, про эти Кавей, про кавеевские соковыжималки и очистители воздуха, да, увлажнители. Мойки. При том, что КВ это тот же самый Борг на тот момент был, то есть некоторые позиции барковских очистителей был тот же самый КВ переименованный. И как бы половину этих негативных отзывов вы можете убрать. То есть, коротко подвожу итог для вас сейчас конкретно. На БУ рынке ее можно абсолютно спокойно брать. Если вы приезжаете, она работает и мелит, берите и не парьтесь. Все у вас нормально. То есть здесь прекрасно. Так, что касательно помола по турку. Делали новый помол по турку, к сожалению, не могу сказать, потому что покупали ее, естественно, у нас как бы несли себе домой. А когда я помогал там подстраивать, я подстраивал под рожок с лучайзером. Вот. И с новыми так, чтобы взять и самому поиграть, у меня не было возможности. Поэтому я сужу по бушным. И вот по бушным я три штуки в руках держал. С тремя работал, и как бы у всех вот мелкий помол – это не пыль, это вот песок, который в теории можно заварить в турке, но он больше как бы походит на эспрессо. То есть это вот такой момент. Кто покупал новый, пишите комментарии, может быть, действительно на новый здесь был в свое время помол. Но почему я в этом сомневаюсь, это конические жернова, понимаете? Они не стираются быстро, и они немножко по-другому изнашиваются, и здесь нет такого понятия, что идет увеличение помола на мелком. То есть вот так вот я вам скажу. Саму кофемолку рекомендую покупки до, наверное, давайте ограничим ее стоимость в 2500 рублей на бушном рынке. Почему так? Во-первых, они в большинстве своем будут не самые свежие, да, там 3-4-летние давности. Скорее всего, это вот самый свежак вы будете находить. Во-вторых, иногда у них будут убитые жернова, но не в том плане, что вот они как-то не держат помол, а в том, что короче, я не знаю, откуда эта тенденция, блин. Но вот люди, которым впаривали борковские кофеварки вместо кофемашин активно, им впаривали эти кофемолки, эти люди шли, покупали жутко маслянистый кофе, да тот же самый капелювак иногда даже, засыпали сюда, и как бы, вот, то есть они считали, им объясняли, что чем более маслянистый кофе, то есть тем это лучше, это нифига не так, но эти масла откладываются на жерновах, и вполне возможно, что особенно где-нибудь в Москве, когда вы будете периодически находить на БУ-рынке эти кофемолки, где жернова, ну, они нормально не мелят, а делают дрова, именно потому, что там вот все это в этих маслах нечищено. Такого бывает нечасто, но именно вот с Барком такое можно встретить, я вас предупреждаю сразу. Если вы проверяете, у вас однородный помол, у вас там все мелит, берите спокойно, конические жернова живут очень долго. Здесь это все-таки, она использовалась чисто как дом, ее никогда никому не впаривали в производство, и
Если вы берете, проверяете, движок работает, значит не брак, ну не бракованная, помол делать нормально, берите. Кофемолка очень даже интересная. А единственное, что здесь не совсем понятное вот переключение степени помола, потому что она, естественно, здесь не плавная, то есть она ступенчатая переключение, но ступени здесь не видно, скажем так, то есть они не чувствуются. Ну, как бы это дело привычки. А давайте сейчас будем молоть коротко. Особо не верьте отзывам, повторюсь. Когда речь касается булрынки, вы будете сталкиваться с нормальными моделями, у которых уже нету брака. Потому что бракованные, они неслись назад, это раз. Во-вторых, это было фиг знает, когда их покупали новыми. И сейчас вы уже не встретите модели, которые были отбракованные. То есть максимум после ремонта, ну как бы, во-первых, вы об этом все равно не узнаете, если оно работает нормально, вам вряд ли кто-то скажет, что оно ремонтировалось. А во-вторых, как бы после ремонта они тоже работали нормально. Вот скажем так. Давайте мы будем ее тестить. От себя скажу следующее. Она пойдет к нашему третьему призу, к Борку C800. Это машинка поинтереснее, чем C700. Она пойдет к донатерам. И вот в паре с ней будет именно Борковская. То есть будет такой набор Борг J701 и Борг C800. И вполне так. Примерно, кстати, вот в таких позициях их покупали. То есть именно ее часто брали к C800. Потому что ну, для C700 обычно борковцы впаривали более дешевую, которая ножевая, с регулировкой типа это количество оборотов. Там есть такая, вот сейчас выделит фотка, которую впаривали как полупрофессиональную кофемолку при мне. Вот. А эту чаще всего, кстати, брали именно к C800. В принципе, все, на этом разговор давайте заканчивать. Будем включать, смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас тумблер, то есть приближать, ребята, я вам близко не смогу, потому что я сегодня без оператора. Так что вот только помол я вам отдельно сниму и все. Переключение у нас здесь вот степень помола. Вот я говорю здесь, видите, есть как бы обозначение, что вот турка типа эспрессо, экстрафайл, но между ними вообще никаких позиций нету с точек, при том, что она ступенчатая. То есть здесь вы будете слышать щелчки переключения. Вот. Находится здесь у нас контейнер. Вот такой вот. Что могу сказать? Он вокруг немножко тоже есть кофейной пыли. Но не сказать, что прям страшно. То есть, а вот после китайской кофемолки, там, которая у нас, как она там, уже забыл, как она называется, но, в общем, сейчас подсказка вылезет. После нее это я считаю чистым, то есть здесь мало кофе. Здесь регулировка времени работы по секундам, и это включение. Вот. Давайте мы сейчас сделаем, значит, следующие вещи. Мы сейчас делаем максимальный помол. Вот так вот. Так, только не так вот, это уже для снятия журналов. Вот. И, значит, включи. Давайте только почистим. Итак. Максимальный помол ставим так, чтобы у нас более-менее адекватно было. И включаем. Итак, ну на крупном помоле, ребят, у нас тут дрова дровами. То есть, я вам скажу так, это даже не фильтр. То есть, это просто дрова, ребят. То есть это то, как готовит Витек. Давайте попробуем сделать помол для фильтра пресса. Вот как-то вот примерно он будет. Кстати, давайте мы кое-что проверим с вами. О, без контейнера не работает. Это плюс и минус. Плюс, потому что у вас там вокруг не будет грязи, если вы случайно нажмете, когда вы высыпаете. Минус, если его сломать, то придется, соответственно, как-то имитировать, я так понимаю, вот эти кнопочки у нас. Так что контейнер здесь ломать очень не рекомендуется. В то время как, кстати, в Невоне, например, я молол без контейнера напрямую. То есть в рожок, только это получалось очень криво, маленький рожок. Но в теории это можно было делать. И вот здесь тоже как бы идет еще с дровами. То есть такое ощущение, что это вообще странный очень помол. У нас... Ну, откровенно говоря, фильтр стоит вот здесь, там, где файн. То есть у них файн, фильтр считается вот это. Ну, окей, ладно, сейчас будем проверять. Ну, да. То есть это действительно уже
идет, напоминает уже кофе для фильтр-пресса. Так, теперь уменьшаем до минимума сейчас. Так, я буду немножко ограничивать, чтобы у нас это кофе-то хватило. Вот это у нас самый мелкий помол, который он заявляет, что это турка. Но это не совсем турка, это по-настоящему просто реально мелкий помол. И, возможно, даже в некоторых рожках с лучайзером даже вы будете именно его использовать как отправную точку. Так, и теперь делаем помол примерно для рожка с лучайзером. Вот у нас примерно такой он. Ну вот такой вот помол идет у нас для рожка с лучайзером. Так, я попробую вам разницу показать. Она есть, но не такая сильная. И коротко, прежде чем будете его видеть вблизи, это дрова. И там вообще странная надпись написана. Такое ощущение, что это реально... Ну, как бы, он вообще стоит отдельно, вот данный помол. То есть, возможно, он действительно вообще не предназначен для приготовления. А больше как для снятия кофемолки. Здесь... у нас уже стоит непонятно что, то есть как, для чего этот помол нужен, я не понимаю, но это не фильтр. То есть вот здесь было написано фильтр, это действительно похоже под помол для фильтр-пресса. Вот, то есть вот эти у нас крайние позиции, там причем большое количество регулировки, оно как бы бесполезное. Вот это у нас получается помол примерно для рожка с лучайзером, который я готовил. И вот это у нас самый мелкий помол сейчас стоит. Итак, вот это у нас, ребят, дрова на самом крупном, но это, скорее всего, технический режим. Я не думаю, что Борг подразумевал, что здесь будут готовить. Вот это у нас уже, он находится в общем ряду меток. Но, как видите, это тоже дрова, тут бесполезно что-то делать. Вот эта позиция, хоть и написано fine, чтобы вы понимали, вот это fine. Это не fine, это типа крупный помол, типа вы должны пользоваться. А вот это называется fine, но при этом написано фильтр. Ну, я ничего в этой жизни не понимаю, похоже. Ну, возможно, они имеют в виду для капельной кофеварки. Для капельной кофеварки такой помол не подходит, но для фильтра пресса вполне. Дальше, вот это помол, который я, соответственно, сделал для рожка с лучайзером. Для вашего понимания, вот позиция. Видите? Ну, где-то ближе к суперфайн, между, но все-таки между экстрафайн и суперфайн. И вот это позиция туркиш, якобы. Суперфайн. По факту, этот помол, это для, как вариант, помол для эспрессо без лучайзера, но в некоторых сортах кофе он может использоваться даже для эспрессо с лучайзером. То есть для обычных домашних рожков эта кофемолка подходит прекрасно, но для альтернативы тоже, но не пытайтесь из нее, в общем, получить помол для этого, для профессиональной эспрессо-кофеварки, всерьез имеется в виду. И для турки, ну, можно использовать, но это не пыль. Итак, в принципе, кофе неплохо с прессом. Есть два момента. Хочется чуть-чуть уменьшить помол. И здесь есть такая возможность. То есть у нас далеко не минимальный. То есть там еще позиция примерно на ощупь 6. По щелчкам, куда можно уменьшить. Поэтому запас есть. Сам кофе сейчас неплохой. И еще есть такой момент, что не забывайте. Вот я говорил про этот C700.
Вот в таких часто двойную корзину наливают в одну, и у нас получается не совсем двойной эспрессо. У нас получается как раз насыщенный вкус, приближенный к более-менее приемлемому такому, то есть мы берем за основу профессиональный эспрессо. Поэтому вполне возможно, что можно было просто налить в одну чашку, мы получили бы как надо и на таком помоле. Но я в целом вполне доволен. То есть запас воды есть у нее. Коротко. 1,5-2,5 тысячи на Бауранке, видите, на Авито. Едете, проверяете, все нормально, покупаете. Если хотят 5-6 тысяч, пошли они далеко и подальше. Потому что кофемолки не самые новые. И как бы они не настолько универсальны, как та же самая Нево на 130, чтобы вот бежать за ними и покупать вот прямо сейчас. И уж тем более это не профессиональные кофемолки, чтобы их покупать там за 6, 7, 8 тысяч, а иногда за 7 тысяч можно какую-нибудь старенькую профессионалку большую, не совсем подходящую для дома, для маленькой кухни, но тем не менее можно купить профессиональную. Да, и соответственно, ну, какой смысл покупать ее за 6, это такой момент. 2,5, ну 3. Ну вообще, я купил ее за 2, и в Москве она также есть за 1,5. То есть это вот хорошая ее цена будет. На сегодня я с вами всем прощаюсь, ставьте, пожалуйста, лайки, еще не забывайте, 1 июня будет розыгрыш как раз в том числе, и эта кофемолка будет участвовать, а кто еще не успел, участвуйте, то есть если хотите, донатьте, или просто хотя бы пишите, что участвуйте под роликом о конкурсе, я вас запишу, и 1 июня мы с вами встречаемся на стриме в 12 часов по Москве с розыгрышем, в том числе и данной кофемолки. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну и в общем, пейте вкусный кофе и покупайте хорошие кофемашины.